очередная посылка из Поднебесной, в которой Кире пришел замечательный подарок, а именно спортивный костюм. Сейчас мы его распакуем и посмотрим, какое качество. Все ссылки будут в описании. Швы аккуратные сделанные, немного ниток присутствует, но это все поправимо. Рукава резинки хорошие, внизу резинка хорошая. На 140, я думаю, будет даже немного великоват. Хотя, по-моему, он маломерит. Нет, рукава длинные. Я думаю, что все-таки будет великоват. Далее у нас идут спортивки. Кармашки есть. Это уже хорошо, не обманки. Вот с такой вот надписью. Надпись хорошая, качественная. Здесь помимо резинки есть еще довольно-таки толстая резинка. Порядка 2,5, я думаю. Да, 2,5 сантиметра. Тоже 2,8. Вот такая плотненькая. Ну, единственное, надо отпарить, погладить, и все будет нормально. Запах не присутствует китайских вещей. Ну, вот этот специфический, едкий. Посмотрим, как будет стираться, как будет выгорать. Но, тем не менее, обычный хэбэшный костюмчик на лето с небольшим таким микроначесом. Всем, кому было полезно данное видео, ставим палец вверх, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии. Всем пока!